Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Бинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бинданам Ванша калпатору вешча кипа синду бевача. Патитанам павоне бхавайша вибхьо намо нама. Мукан кароти вача ланг пангун ланг хэти гирим. Ят кипа там ханг банди парама нанду мадвам. Бриндавай ту сиде бай пиявай кесва сача. Шна бхакти паде деви саттваттвай намо намаха. Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам. Девин сарасватин вясам тато жайо мудирай. Санкиртане кришна катхопадеш. Гаурия патрасья пракасане ча. Садануракта гуру бхакти юкта бхакти прамодакша джагод варуна дейям сада парибхавагнам авишта духам титас падам сива виринчинутам сараньям виттатихам панотопал бхавадипутам банде махапурушате чаруна равиннам Ятпада паллава накачанда маничатая, бисфуруджита кемапикабавадушва дарш, пурунану рагра сосагра сара мурти, сарадхикама и када кипам крус, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужоу канука бодато санкиртаной кавитаро камала ятакшо вишамбаро дижабаро югадхарма пало банде жагат пиякаро каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайра Вандито Дибха Рупам, Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам, Бхавануруппена сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши твабам бхагам Нараяно прием анангамада пахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Вагишаджушвападане Лакшмир Джасча Бхакшаси Джасьясте Хидвай Самбид Пам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
Jasmad priya priyobhyoga sangyoga janmo sokagnina sakala janisudha yamanaha dukshau shadam tadabitukshyam atadhyya aham bhavanuhumami badamehi tabodhasa yogam. Yasmad priya priyobhyoga sangyoga janmo sokagnina sakala janisudayamanaha dukshau shadam tadapi duksham atadhyya aham namo nubhamami badamehi tavadasya yogam. Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakura Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that if I am going to look this material world with enjoying mood, if I like to get control over this whole world, then this become a great bondage for me. Gauriya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakura Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that if I am going to look this material world, Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что если мы смотрим на этот мир с желанием наслаждаться им, хотим контролировать этот мир, то это может стать оковами для нас. Чистые Гуру Вайшнавы, они не хотят контролировать кого-то. Те, кто имеют демонический склад ума, они хотят контролировать этот материальный мир. Что значит контролировать этот мир? Значит, нужно пратиштха. Нужна какая-то слава, такому человеку обычно поклоняются. И это причина, по которой люди пытаются что-то или кого-то контролировать. И это поведение Хираньякашипу. Внутри нас обусловленных душ и Хираньякашипу присутствует. И вот Хираньякашипу, он уже внутри нашего сердца, и поэтому под именем Бхаджана мы хотим наслаждаться, контролировать это общество. Под именем Бхаджана мы хотим этим заниматься. Хираньякашипу — это слово значит, Хирани значит золото. Ну, здесь золото. Ну, в богатстве имеется в виду, там что. Хираньяка имени Канчана, женщины, богатство, а Кашипу — наслажденческое настроение. Ну, в переводе просто постель, но по сути наслажденческое наслаждение. Хираньякашипу хотел как-то навредить Прахлад Махараджа и Бхагавана. Прахлад — это слово значит про значит про Кришна, абсолют. Хлад значит ананда, блаженство, и прохлад это слово обозначает то, что прохлад Махарадж, он
материальное тело. Он полон ананды, нитянанды. Прахлад Махарадж полон нитянанды. И вот нитянанда не может быть разрушена. Хирани Кашипу не понимает, что материальное наслаждение, материальное счастье, все может быть разрушено с но временно, не вечно, может кончиться в любой момент, но Прахлад Махарадж, он не наслаждается материальным счастьем. Прахлад Махарадж, он наслаждается Нитьянанда, вечным блаженством. И вот Хираньякашипу не может разрушить это вечное блаженство. И обычная природа демонов и ракшасов, они хотят уничтожить гуру, Бхагавана, шакти Бхагавана. И этот признак майявади, демона. То есть они хотят уничтожить либо Бхагавана, и его шакти, майявади тоже пытаются бороться с шакти Бхагавана, но имеется в виду, не верят в шакти Бхагавана, думают, что Бхагаван без всякой шакти. И вот думают, что Бхагавана нет никакой шакти, только Брахма. И вот это природа демонов. Они хотят уничтожить Бхагавана, шакти Бхагавана, и могут делать все, что угодно. Думают, что никто не может им помешать, и такого природы Хираньякашипу. На самом деле Хираньякашипу любил Прахлада. Но не все знают, как отец любил Прахлада, как-то заботился о нем, благословлял, относился к нему как к своему сыну. Но с каких пор враждебность появилась к Прахладу Махараджу, своему собственному сыну, тогда, когда Прахлад начал говорить об абсолютной истине, не перед этим. Когда Прахлад Махарадж начал говорить об абсолютной истине, с тех пор Хираньякашипу враждебность появилась в этом природе. Если мы подружимся с кем-то в этом материальном мире, лучше об абсолюте не говорить. Иначе люди могут начать возмущаться и всячески вредить. И вот, когда вы хотите говорить об абсолютной истине, то множество всяких недовольных появится. Будут спрашивать, зачем вы говорите об абсолюте, если можно замолчивать и молчать. И вот Прахлад Махарадж сказал Нарисимхе. И вот это слово очень странное. Мы теряем наших дорогих и близких, отец, мать, прочие родственники уходят из этого мира. Это такая материальная жизнь, в любой момент они могут уйти. И поэтому Прахлад Махарадж говорит вот эту шлоку. Иногда мы You are playing the role of this
И вот люди рождаются, встречаются друг с другом, какие-то родственные связи возникают, но они не вечны, не на какое-то время. И вот этот мир, он не вечен. Мы должны пытаться подружиться с чистыми гуру вайшнавами. Но опять же, если ваш гуру материалист, то смысла с ним дружить мало. И вот Прахлад Махарадж говорит Нарисимхадеву о Прабху. Иногда в нашей семье какие-то новые дети рождаются, отец обнимает их, и вот считает эту душу своим сыном. Иногда они уходят из этого материального мира. Бывают, дети помирают. Раньше родители, как в случае вот Читракета. Когда Агнира Риши пришел и спросил царя, чего же он так печален. Что случилось? У меня нет детей. Я хочу иметь детей, но не получается. И тогда Агнира Риши сказал, в твоей удаче не написано, что у тебя будут дети. Как в случае с этим Сатмадевом, он хотел покончить жизнь самоубийством, поскольку у него не было сыновей. И вот встретил по дороге саньяси. Саньяси спросил, что случилось. Тот сказал, что хочет сына, не получается, поэтому решил жизнь закончить. А тот сказал, что тебе с того рождения не будет сына, ты что-то сделал из-за того, что не будет сыновей у тебя. Тот сказал, нет, мне нужен сын. Если ты хочешь что-то сделать силой, то результат будет нехорош. И также Ангира Риши, он был готов дать ему сына, совершая ягью, и первая жена, ей дали что-то там из яги, она вскоре забеременела, и в итоге что случилось, родился сын, и царь забыл то, что сказал ему Ангира Риши. Тот сказал, что у тебя будет сын, который принесет тебе радость и боль. Но царь был очень рад, и вторую часть его слов забыл. Он был очень рад, что у него родился сын, и в итоге, когда сын, эти другие жены отравили этого ребенка из-за зависти. И царь очень опечалился. И вот он, Ангира Риши, пришел в Дагхоми, чтобы как-то успокоить царя. Все, конечно, знают, что жизнь не вечна, но кто-то сердцем понимает, в этом главный вопрос. И вот Нарада в 10-й песне с Васудевом Махараджем говорит, на берегу океана много песка. И вот
песчинка, она, они соприкасаются друг с другом, и внезапно если какой-то ураган возникает, он этот песок разносит везде. И вот песчинки, которые соприкасались друг с другом после такого ветра, урагана, их куда-то сносит далеко. И также в этом материальном мире наши связи, они тоже не вечны, мы подобны песчинкам. И Прохлад Махарадж говорит, иногда мы встречаемся друг с другом, иногда уходим, расстаемся. Наша карма кончается, мы идем, перемещаемся в какое-то другое место. Но Хираньякашипу не понимал этого. И те, кто демоны, ракшасы, они не могут понять атма-татву. Я не говорю о Прохлад Махараджи или Бари Махараджи, поскольку внешне они демоны, они родились в демонической семье, но они не демоны, и поэтому я не могу считать их демонами. Но Хираньякашипу всегда думал так, поскольку я уже сказал, что они хотят наслаждаться, и поэтому... И вот вы знаете, Прохлад Махарадж, он ничего не сделал, но все же Хираньякашипу хотел убить его, поскольку тот говорил об абсолютной истине. Мы знаем об этом. И после абсолютной истины, когда отправили в Гурукулу Прохлада, и вот он вернулся из Гурукулы, и Хираньякашипу захотел проверить Прохлада, какое знание он получил из своей Гурукулы. И в то время Хираньякашипу спросил его, поскольку он был малым ребенком, он подумал, что если спрашивать какой-то конкретный вопрос, тот может испугаться, и поэтому сказал просто, расскажи то, что ты считаешь, чего хорошего ты узнал в своей Гурукуле. Можешь ли ты рассказать мне? И тогда перед Хираньякашипу Прохлад Махарадж сказал, я думаю, Прохлад Махарадж сказал, что то. И вот он произнес такую шлоку. Он сказал, спросил, что хорошего ты узнал от своего гуру. Тот подумал, что мой гуру Нарада. Поскольку от него я узнал Бхагаваттатва Вигьян. И вот Сандая Марг, они не мои гуру, материальные гуру, но все же Прохлад Махарадж думал, что нужно говорить об учении Нарады. И поэтому Прохлад Махарадж очень умен, он не сказал, мой отец, он сказал, лучший из демонов, Асура Варджа Дехинам, лучший среди асуров. Хираньякашипу
Хираньякашипу был горд за своего сына. Он подумал, что знает, как выражать почтение людям. Но, с другой стороны, лучший из демонов. Если посмотреть с другой стороны, это худший из людей. То есть в демонической форме жизни ничего хорошего нету, поэтому лучший из демонов может звучать красиво, но ничего хорошего не значит. И вот он продолжает, что среди душ, находящихся в этих материальных телах, я думаю, лучше. Среди тех, кто все полны, те, кто полны беспокойств. Беспокойство, когда приходят, вы знаете, тогда, когда мы не верим в Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Беспокойство, когда приходят, они приходят, когда мы, у нас нет веры в Гуру Вайшнавов и Бхагавана. И тогда беспокойство приходит, и поэтому вот Двития Абхинивеш возникает. Не только Хари Бхакти, тогда беспокойство возникает. Если мы посмотрим на чистых гуру вайшнавов, у них нет беспокойств. Настоящие вайшнавы, они ни о чем не заботятся, ни в каких обстоятельствах, поскольку они знают, что Господь, все происходит по воле Господа, и даже лист без его воли не упадет, и поэтому они полностью доверяют тому, что происходит по воле Господа. А когда мы теряем веру в Гуру Вайшнавов и Бхагавана, это очень опасно. Мы должны сразу решить проблему. Чистые Гуру Вайшнавы, как можно опознать их? Глупые люди не могут понять всю Харикатху, которую они слушали. Как они могут понять? И вот как же узнать чистые Гуру Вайшнавов? Когда все вопросы, все решения, все сомнения рассеются. Настоящий гуру может ответить на все вопросы вашего сердца и развеять все сомнения. Если сомневаетесь в чем-то, в чем, по какой причине, кто-то может неправильно что-то сказать. И вот ответ всегда готов. Вот. Вот Махараш отвечает на вопросы всех желающих. Вот перечисляет, кому на тот вопрос, на тот ответили. Ну, без вопросов просто. По Брихат Бхагаватамрите, там, по еще чему-то. Вот Прахлад Махарадж говорит, я думаю, лучшее для душ, которые находятся в материальном теле, поскольку они полны беспокойств. Без беспокойств мы не можем. Ученики очень разумные ученики. Даже нельзя сказать, что преданный. Кто-то может просто запомнить какие-то шастры, сдать экзамены по философии. Но следует ли им следовать? Они вроде спокойны. И не беспокоятся ни о чем. Но playing this there, brain is very
Если человек беспокоится в процессе обучения, то не сможет сконцентрироваться и ничего не запоминает обычно. И вот Прохлад Махарадж говорит, иногда кто-то попадает в какие-то сложности из-за положения звезд или еще чего-то. И вот для них Прохлад Махарадж говорит, если они пойдут в лес и сконцентрируются на лотосных стопах Верховного Господа, то это очень полезно будет. И вот если люди не забывают Бога и живут семейной жизнью в забвении Высшего, то такая семейная жизнь сравнивается с сухим колодцем, засохшим колодцем. И вот засохший колодец, туда никто не ходит, поскольку воды там нет. И вот пример могу привести. Во время Враджамандал Парикрамы, под руководством Шрилы Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа и Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, тысячи преданных совершали Враджамандал Парикраму. И жили там в палатках. Ну, помню, что такое парикрама, тут еще смотреть, если начали с одного места, каждый день туда возвращаемся, то парикрама это сложно назвать. Одно дело, вы вышли, месяц там идете вокруг этой Враджамандалы пешком, не возвращаясь. Вот это парикрама. Когда начали с одного места, обошли все вокруг и вернулись. Но люди обычно сложно достаточно, поэтому они где-то живут в какой-то гостинице и каждый день ходят, обходят потихоньку и таким образом совершают парикраму. Ну вот во время Шрилы Прабхупады или Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, Шрилы Кешава Госвами Махараджа была система, что они начинали парикраму с одного места и так и обходили, и жили в палатках, и вот так вокруг все обходили. И вот какие-то брамачари были готовы охранниками служить. Ну там джунгли были в то время, такое дикие места, надо там смотреть было. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж каких-то брамачари назначал охранниками, чтобы за порядком следили, охраняли вот эту ночь особенно, чтобы никакие там разбойники не приходили, варьё,
обезьяны, эти волки и прочее. И вот вечером одна пожилая женщина, она пошла за водой в какой-то колодец. Но перед тем, как останавливаться где-то, на разведку ходили, смотрели, если там вода питьевая и прочие такие, ну, источники. И вот эта женщина, бабушка, скорее, пошла искать воду, там брамачари, который охранял эту парикраму, не заметил ее. И вот она пошла, нашла какой-то колодец, там ведро с веревкой было, и вот она пыталась набрать воды, но ведро тяжелое достаточно было, и она в итоге перевесила на веревку, не успела опустить ее. Поэтому упала в этот колодец. Пыталась кричать, но колодец достаточно глубокий. Услышать сложно его. И вот этот охранник тут что-то услышал. А еще лет 20 назад какой-то леопард упал в колодец. Леопарда спасли деревенские жители. И вот когда я был в лесу Гокуле, Анандагоре, люди говорили, то, что там леопард какой-то у них был. Махарадж там как бы жил, ну, в открытом месте, и в туалет ходил там на поле, и леопарды его не трогали. И вот, в общем, вскоре услышали. Ну, видимо, кто-то за водой пошел, услышали там и думали, как ее спасти, веревку ей опустить. Недостаточно, слабо, не сможет удержаться, решили какое-то сиденье ей организовать, ну, какое-то что-то наподобие стула опустить, чтобы она туда села и поднять ее. Вот, в общем, спасли ее. И вот на следующий день, когда парикрама началась, и вот ее приводили в пример, смотрите, что у нас тут случилось, очень опасный случай. Если бы эта женщина умерла, то я, люди бы еще возмущались, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж такой великий саду, а тут в его присутствии кто-то помер, что это. Вот люди сомневаются. Поэтому надо их сомнения рассеять. Любые сомнения относительно Гуру Вайшнавов, Бхагавана, Сиддханты Бхагавана, нужно все эти сомнения немедленно рассеять. Если мы не рассеем их, то это очень опасно для нас, для нашей жизни. Шрила Мадхава Госвами Махарадж говорит в последний день, что вот по милости Нитянанды эта женщина спасена, и так или иначе. И вот этот колодец был полон воды, и вот кому надо, ходили за водой в этот колодец. И вот
А если бы колодец был сухой, все бы знали, что он высохший, и толку туда за водой ходить нет. И поэтому, если там вода, то поэтому ее быстро заметили и спасли. Similar example we can give in material family. Material family life. И в материальной жизни тоже можно такой пример привести, объяснить. И вот в тех местах, где гуру вайшнав не уважают. Бывает, если какие-то это двоякая ситуация. Ну, в общем, в том, тех домах, где саду гуру вайшнава приходят, приходят за пожертвованиями, там уважают гуру вайшнава, то такие дома подобные колодцам с водой, и поэтому им проще жить. А есть демонические дома, где гуру вайшнав не уважают, выгоняют, ничего не дают, поэтому туда никто не ходит. И если что-то случится, то уже спасти их некому. Такие места подобные засохшим колодцам. И в 10-й песне я говорил, Нарада говорит о ком. Нарада говорит о Кувератма Нал Кувере. Нарада говорит такой Сиданта. Те, кто асат, те, кто не заинтересован в Харикатхе и Киртане, саду гуру вайшнава, те, кто полны ложного эгоизма положения, у них есть деньги, что там еще. То есть иногда люди, когда обеднеют, то гордость обычно уходит. Иногда люди опьянены своим положением и не видят очевидных вещей, поэтому, когда они теряют свое положение, они становятся более смиренны. И вот настоящее смирение у вайшнава, даже в этом материальном мире, те, кто внешне смирены, далеко не всегда они смирены. И вот Прохлад Махарадж приводит такой пример. Хираньякашипу, Прохлад Махарадж говорит: это материальная жизнь может быть сравнена с сухим, пересохшим колодцем. И и вот Прохлад Махарадж говорит, что лучше сконцентрироваться на лотосных стопах Бхагавана и жить в лесу. Ну, в лесу жить и такого образно, то есть важно помнить о Бхагаване. И поэтому вот лучше
помнить о Верховном Господе всегда. Но здесь лишь, значит, вот сатвика ванам. Некоторые думают, что пойти в лес, и на этом все проблемы кончатся. Но Прахлад Махарадж не имел это в виду. Прахлад Махарадж говорил, что лес... Лес, Прахлад Махарадж хотел сказать, но опять же, в лесу не так просто. Люди уходят в лес обычно со своим материальным умом, и все мысли, беспокойства вместе с ними идут. И поэтому жить уединенной жизнью достаточно опасно. Проще находиться в окружении, в общении с Гуру Вайшнавами. Они помогут нам избавиться от наших недостатков, которые со стороны видны лучше. Во время Шрилы Прабхупады все брахмачари и прочие жили в общей комнате. Ну, чтобы лучше было для самих брахмачари, поскольку чем они будут заниматься в уединении, непонятно. Поэтому если мы уходим в лес, все анархии, все беспокойства нашего ума, все мысли вместе с нами идут и мешают там. То есть внешний человек может быть в лесу, но внутри, где он, это другой вопрос. То есть внешне можем быть в лесу, а умом совершенно в другом месте. И вот каково значение этого леса? Значение, значит, наш Питамаха Брахма, и вот я могу, лучше я буду находиться вместе с саду. И вот перед саду. If I can stay in front of sadhu, also in another place where it is written, Bhagavan about our stay, Vanantu Saptikam Vasam is also another Brahma also told. I can remember so many things. Vanantu Saptikam Vasam Rajasam Gramochate Tamasam Duta Sadhanam Man Nikatanastu Nirguna. Hello. So Stanis Sitas Tikatam Donovan Manuhir Yepatu Ajitopi Jitopi Shistois Srilokyam. This one. So also we have documents in Bhagavatam. И вот Бхагаватам
есть свидетельство того, что если находиться рядом с настоящими саду, то это лучше. Здесь ванам, ту сатвикам васам. То есть жить в джунглях считается благом, но опять же, сатва гуни, но здесь иносказательно сказано, значит, в окружении настоящих саду гуру вайшнавов, которые будут говорить харикатху, совершать киртан. Сатвик, не, здесь сатвик не значит материальная сатва. В лесу есть также свирепые животные, и там достаточно опасно жить. Махарадж. Однажды поехали на границу Сикима, ну там Махараджу в лес показать, повезли, там машина сломалась, пришлось натурально в лесу находиться. Там был дом лесника какого-то, он был огорожен электрической изгородью, что всякие слоны и прочее. И прочие не, ну, животные не мешали жить. Там леопарды водятся, всякие львы, те тигры. Поэтому надо за всем следить. Иногда там дети ходят в школу, их по дороге леопарды поедают. Поэтому нужно там быть очень аккуратными и осторожными. И вот поэтому в лесу не так просто находиться, как кажется с первого взгляда. Но опять же, тут иносказательно. Эти свирепые животные — это наш беспокойный ум. Здесь имеется в виду, это главная опасность. Однажды один писатель, и вот это, может, это возможно, из леса животные вывести, некоторые каких-то леопардов заводят, львов. Но опять же, можно животное из леса вывести, но вытащить лес из животного сложно, если вообще возможно, даже если будет домашний ручной леопард. То вот однажды писатель написал: может, для нас возможно забрать животное из леса. В цирке можно видеть, что этих животных. И вот, может, для нас это возможно. Вытащить животное из леса, но лес из животного вытащить уже практически невозможно. И также наш ум, он буквально лес тамагуны, раджагуны, анартх. So mind can be compared with the topmost.
И вот ум также сравнивается с лесом, и в тот день, когда мы можем предаться лотосным стопам Гуру Вайшнавов по-настоящему, и тогда мы станем успешными. И вот Прахлад Махарадж говорит, и вот здесь лес значит, Прахлад Махарадж говорит, что мы должны избегать леса нашего ума, а пойти в святые места, где Гуру Вайшнавы находятся. И вот в этом киртане говорятся такие слова. With Guru Vaishnava we are feeling comfortable because they are not going to speak any material thing. Whatever they are speaking is related to Bhagavad Naam, Gaan, Leela, Parikar, Vaishishto. They are speaking Harikatha. That's why it is more practical to stay in front of Guru Vaishnava. И вот поэтому более практично находиться вместе с Гуру Вайшнавами. Они укажут нам на наши проблемы, недостатки, помогут их исправить, и тогда мы станем свободными. Перед тем, как начать Харибаджан, мы должны избавиться от Анартхи. Вот Прахлад Махарадж говорит Хираньякашипу таким образом. И когда произносится имя Вишну, поскольку Хираньякашипу думает, Вишну – мой враг. Почему? Поскольку можно вспомнить, его брат Хираньякша был убит Вараха Бхагаваном. Его младший брат Хираньякша убит Вишну, и тот хотел отомстить за него. И он думал, что если Вишну убить, то все полубоги тоже помогут, поскольку Вишну – он основа творения. И вот Хираньякашипу планировал убить Вишну. И вот мой младший брат, любимый младший брат Хираньякша, был убит Вишну, а ты произносишь его имя, разве ты не знаешь, что он убил моего брата? И Хираньякашипу он вызвал этого Шандуямарку, его учителей, и спросил, что вы делаете, какой ересь вы его учите? Нет, мы учим экономике, политике, более практичным вещам. А откуда он это знает, мы не знаем. И вот Хираньякашипу разгневался на них, но они сказали, смотри, вот царь, этот мальчик, у него естественный инстинкт быть преданным. Откуда он такой менталитет? Разве это возможно? Да. Вот царь. Это естественно. Но все же учить его. Политики, экономики, чему там еще. Вот. Boys are there in the school.
Опять отправили Прахлада Махараджа в Гурукулу, и учителя спросили: «О, сын, наш сын, скажи правду, откуда ты это узнал?» Нет, это отец спросил: «Откуда ты это узнал? Твой гуру научили тебя этому? Откуда у тебя это знание о Вишну?» Прахлад Махарадж сказал: «Как они могут научить меня абсолюту?» Ну, так не сказал, как-то более мягко, чтобы того не обидеть. И вот такой шлокой. И Прахлад Махарадж сказал: «Они могут научить меня?» Они знают, что Вишну — он суть всего. А если они сами об этом не знают, как они могут научить меня? И вот люди, которые зависят только от своих органов чувств, часто оказываются обмануты. И вот Прахлад Махарадж сказал: если они сами не имеют никакого представления о Вишну, как они могут научить меня чему-то о нем? Вот вопрос в том, кто одобряет Хираньякашипу. Те, кто демоны. Те, кто сами Хираньякашипу, они одобряют этого Хираньякашипу, если мы отправимся в Шри-Ланку. Можно увидеть, все равани поклоняются. Да. Если что-то против раваны сказать, очень обидятся. И вот они, равани, арати проводят. И те, кто раваны, те, кто имеют природу раваны, они любят и поклоняются раване. Те, кто имеют природу Хираньякашипу, они ему поклоняются, это естественно. Те, кто имеют природу Гитлера, они его любят, и поэтому тут вполне естественно. И вот я. Так, пошутил. Те, кто хотят стать Гитлером на пути Баджана, то у них нравы такие и действия, и идеалы тоже. Как люди, ну, как птицы одной породы летают вместе. Так и люди одного настроения, они как-то собираются вместе обычно. Если мы любим Шрилу Прабхупаду, и того, кто оскорбляет его, как это возможно? Это подобно драме. Чистая любовь, но у нее нет никаких компромиссов. Мы не можем ожидать, что мы любим Шрилу Прабхупаду и Васудеву, который отвернулся от него. День и ночь не могут одновременно находиться.
Тулсидас пишет день и ночь. И вот это невозможно. И вот Прахлад Махарадж говорит, как они могут научить меня. Они... И движимы своим материальным умом. И вот как можно ожидать, что они могут научить меня чему-то о Вишну, поскольку все дживы, для всех джив, бесконечного числа джив, их настоящий интерес — это Вишна. Но они не понимают, поскольку они думают о себе, что они материальное тело, а не душа, соответственно. Их все интересы телесные. Однажды один йоги полиция его арестовала, кто-то там кого-то убил поблизости, йоги там свой баджан совершил, полиция пришла, его схватили, надо допрос повели, в итоге что случилось? Этот йоги говорит, ну, его в качестве свидетеля привлекли. И это вот предполагаемый убийцу поймали, вот пытались его опознать. Спор шел, и вот какой-то адвокат сказал, видел ли ты его, как, видел ли ты убийство, убийца? Йог сказал, да, видел, врешь. Как ты мог его видеть? Ты старый человек. Тебе тут за 80, почти 90, как ты мог его видеть? Врет он. Как может 90-летний человек что-то видеть? Подумали, действительно, йог старый, там убили вдалеке. Как он мог вообще что-то видеть на таком расстоянии? Этот йог сказал. Сказал, смотрите, видите, там дерево манго за судом. Ну вот кто-то из вас может пойти посмотреть, поэтому дерево манго, цепочка рыжих красных муравьев ползет снизу вверх. И вот никто не поверил, но все же пошли посмотрели, действительно, муравьи по этому дереву ползли, хотя на черте где далеко. И удивительно, как этот йог, не то что манго, а еще и муравьев увидел. И вот я, что говорить, если йоговская сила столь велика, то что говорить о силе преданных, те, кто чистые преданные, их даршан совершенен. И поэтому те дживатмы, они видят только материальные вещи, и Вишну не видят. И кто может видеть Вишну? Кунти Деви уже сказала. Кто может видеть Вишну? Гуру Вайшнава в настоящем смысле. Многие люди приходят к Гуру Вайшнава. Кунти Деви сказала. Те, кто полны ложного эго из-за своего
того, что родились в высокой семье. Они очень богатые, образованные, красивые. И вот Кунти Деви говорит, те, кто горды, они никогда не могут обрести тебя. Ты единственный, кто чистый, преданный, нишкинчан, только они могут видеть тебя. Ты можешь стать объектом, так можно стать объектом татва-даршана, чтобы осознать все это. И те, кто окинчены, нишкинчены, они могут понять эту татву. Прохлад Махарадж, он нишкинчен. И кто такой нишкинчен? Если в вашей жизни вы можете обнаружить, что у вас нет никакого богатства, кроме лотосных стоп Бхагавана. Если у вас есть ничего, кроме лотосных стоп Верховного Господа, как Прабхупад говорит, даже после того, как я построил 64 храма во всем мире, все же Шрила Прабхупад был нишкинчен. Он нишкинчен. Владелец этих бесчисленных миров — Кришна. Но Кришна говорит, я нишкинчен. Ты нишкинчен, да. Ты играешь с гопи, какой-то нишкинчен. Нет, я нишкинчен. И как? Это шутки между Кришной и Рукмини. Ты Рукмини, Кришна сказал, я нишкинчен. У меня ничего нет. Почему ты женилась на мне? Вышла замуж за меня. Ты дочь великого царя. Лучше, если ты выберешь какого-то более достойного принца. Рукмини сказала, может, он говорит, серьезно, Кришна. Ну что, он хочет оставить меня, и Рукмини упала без чувств от волнения. Кришна поймал ее, побрызгал водой, опахал, помахал. Что случилось? Она не могла ничего ответить. И Рукмини начала говорить, да, ты действительно нишкинчен. Кришна говорил татва сиданту, но очень таким запутанным образом. Как Вартик, вот я в одной статье написал. Те, кто риши муни, они говорят иносказательно, я тоже говорю иносказательно. Прямо я обычно не говорю, говорю иносказательно, ну, чтобы никто не обиделся на всякий случай. И вот Кришна говорит Рукмини, ты совершила ошибку здесь, нет, и в нашем этом на нашем роду Ядувамши проклятие, что никто не может стать царем. И вот ты мог жене. Ну вот, Кришна продолжает, я нишкинчен. И нишкинчен джанаприя.
И Кришна говорит, что я нишкинчен. И те, кто нишкинчены, они любят меня. Что это значит? Я нишкинчен сам. И те, кто нишкинчен, они любят меня. И таково правило. И вот мы знаем такие слова. So Bhagavan is Nishkinchan. Why? Infinity world, infinity Brahman. Bhagavan is Nishkinchan. Он как бы обладатель всех вселенных, но единственное богатство — это лотосные стопы Шримати Радхарани. Это его единственное сокровище, и поэтому он нишкинчен. И вот Прахлад Махарадж говорит так. И вот Прахлад Махараджа опять Гурукулу поместили. Шандамарка спросили, откуда ты это узнал? Скажи нам правду, мы тебя этому не учили. И вот он то же самое им сказал. После этого вот, в политике есть четыре вещи, с помощью которых к людям относятся, ну, управляют как-то людьми. Вот Махарадж их на санскрите произнес. Сам, дан, вед и данда. Сам значит. Шпионство какое-то. Вот в Индии есть один шпион известный. Он был очень хитер. Какая-то проблема, если была, он мог ее решить. Вот он в Пакистане лет 15 шпионом работал. Ну, чтобы что-то узнать, выведать. Вот они дружат как-то, пытаются подружиться. Ну, про шпионов говорить, иногда они пытаются подружиться, друзьями стать, и потом их ловят в итоге. И вот в политике первое, это как сладкий язык, красивый язык. И вот в моей жизни тоже был один.
знакомый ачарья, это, ну, такой, как сказать, бандит, пытался меня как-то использовать, чтобы я ему что-то писал. Я ему говорю, что не могу для него писать. Вот он сказал, что тут у нас в храме, поэтому зачем кого-то искать, если ты прекрасно пишешь, давай пиши. Не в нашем храме, в каком-то другом. В общем, пытался меня сделать своей правой рукой. В общем, когда понял, что я никогда не буду его правой рукой, обозлился он. И вот первые сладкие слова, потом дан эти подарки всякие, пожертвования. Если люди этого не понимают, то можно угрожать. Но тут имеется в виду, что если люди сладких слов не понимают, взятки и подарки не берут, можно угрожать. Если угрозы не помогают, можно палкой их побить. Ну, чтобы эти люди что-то сделали, что они хотят. И вот Хираньякашипу уже такими методами пользовался. Вот Прохлад Махараджа сначала хотел уговорить, потом подарить ему что-нибудь, потом угрожать начал, а потом и побить решил. И вот, но Нитьянанда, находящийся в сердце Прохлада, ничем не может быть уничтожена. И вот его опять привели к царю Хираньякашипу, и он задал тот же ответ и задал тот же вопрос, и Прохлад начал отвечать вот такими словами. И вот этот опять был отец его разозлен, но учителя сказали, ну ему всего лишь 5 лет, может любую ерунду нести, поэтому не обижайтесь. Ну, сказал что-то про Вишну, ну и сказал, ну что, неразумный, поэтому простите его и не беспокойтесь. Ну, в общем, как-то его успокоили, что ребенок маленький, не думает, что говорит. Ну, говорит о Вишну, пусть дальше говорит, зачем беспокоиться, успокойтесь. И вот так или иначе замяли это дело, но потом в третий раз, когда тот уже Прохлад сказал Хираньякашипу о 9 видах преданного служения, Хираньякашипу сказал, что уже терпение его на этом кончается. Очень опасное дело. И вот, в общем, он разозлен был, сказал своим этим слугам, чтоб они убили Прохлада. И вот пытались его как-то убить, но было безуспешно. Пытались заколоть трезубцем Прохлада Махараджа, но не помогало. Пытались скинуть с горы, утопить где-то.
и тоже было все без толку. Прохлад Махарадж думал только о Бхагаване. И никаких проблем от этого не испытывал. И вот были они удивлены, почему он не убивается. Лучше. И вот хотели сжечь его, тоже не помогло. А еще Хираньякашипу сестра была, Харика ее звали, и Агнидев ее благословил, что она не будет сожжена, даже если огонь вокруг. Она не, этот огонь никак ее не затронет. И вот она позвала свою сестру: «Харика, иди сюда, возьми прохлада на колени, а мы попытаемся сжечь вас. Тебя огонь не сожжет, а вот его сожжет, поэтому давай помогай». И вот взяли, зажгли огонь, посадили туда эту Харику с прохладом на коленях. И что случилось? Огонь начал жечь Харику, а не прохлада. То есть он, наоборот, произошло, она начала горать, что в итоге там обгорело. Из-за того, что была враждебна к прохладу Махараджа, прохлад Махараджа вышел не целым. Потом в пещере пытались его уморить где-то. И вот в Ахувалам Нрисимхе там пещера есть, то ли та пещера, а да, та самая пещера, где Прохлад Махараджа пытались в пещере поместили его туда, замуровали, думали, что умрет, но без толку. Через какое-то время опять открыли эту пещеру, увидели, что Прохлад Махарадж сидит и свой баджан совершает, думает о Бхагаване. И Хираньякашипу решил и его, этого прохлада, с горы в океан скинуть. Вишакхапатнам, где-то в том районе. И Бхагаван поймал его. Где что-то Нарисимха, там где прохладно Хираньякашипу поймал прохлада, пана Нарисимха, то место, где пытались отравить прохлада, и Нарисимхадев его спас, и там он пьет шербет. Пана Нарисимха зовется, и так или иначе Прохлад Махарадж, он был невредимым, вышел из всех этих проблем. В итоге Хираньякашипу надоело. Он пришел к нему и сказал: «Вот ты, как ты смеешь
говорит так. Откуда у тебя эта сила? Ты сказал, та же самая сила, что внутри тебя, она и внутри меня. И благодаря этой силе все творение происходит. И я говорю, по ее милости, хватит так долго говорить. Лучше скажи, ты кто? Он? Кто он? Где он? Он Вишну, он везде, вездесущий. Как везде? Везде. Да, в этой колонии тоже. Да, и в этой колонии. И Хиранья-Кашипу с большой злостью ударил по колонии. И действительно, из этой колонны появился Нарисимха-дев. И Хиранья-Кашипу не понял, что за животное это такое. Полулев, получеловек. Он подумал, какое-то животное тут появилось откуда-то. Странное. Получеловек, полулев. И Вишванат Чакравартипад говорит, что во время смерти Хиранья-Кашипу не мог понять, что это Вишну. Его концепция, думал, что он какое-то животное. Не мог понять, что это Вишну. И вот Бхагаватам, Шримад Бхагаватам говорится, что Прахлад Махарадж сказал, это правда, чтобы показать, доказать. Прахлад Махарадж И вот Бхагаван, он везде, и чтобы доказать слова своего преданного Прахлада о том, что он везде, вот он явился из этой колонны для чистого преданного. Возможно, говорить с божествами, но не все могут. Мы видели, Гуру Махарадж говорил с божествами. Если мы утвердились в Пурна Четане, то тогда мы можем говорить с шалаграммами. С чистыми, настоящими божествами, которые установлены чистыми преданными. И ну, если поклонялись им, в смысле, настоящие преданные поклонялись, то со всеми не поклоняются, жизнь из них уходит. Из божеств, даже из настоящих установленных чистыми преданными, ну, бывает такое часто. И вот в Пуре за Гундичи есть храм Нарисимха-дева, Махапрабху и Адвайта Гаса, они танцевали там. Где Гопал оставил тело Адвайта Гасаи, он Нарисимха мантру пел, Махапрабху прикоснулся к нему и сказал: «Гопал, вставай», и тот ожил. И вот после того, как Гундича Маджана кончилась, они пошли в храм Нарисимхи, чтобы там совершать киртан и танцевать. Сейчас мало кто киртан совершает, либо так крайне тихо, скромно, со страхом. Так, чтобы от всей души петь киртан, таких не наблюдается, все чего-то там боятся. Но киртан должен совершаться с великим энтузиазмом. И вот так или иначе Прахлад Махарадж в итоге Прахлад Махарадж, чтобы
слова Прохлад Махараджа были правдой. Нарисимхадев явился из этой колонны. Еще до того я забыл сказать, этот Хираньякашипу совершал аскезы, получил благословение от Брамы, хотел жить вечно. Но человек смертен, тот хотел стать бессмертным, но Брама хотел благословить и сказал, но тут Брама сказал, что я сам смертен, как я могу дать тебе бессмертие, поэтому давай проси что-то другое. Живу долго, но смертен. Вот сказал, тогда ничего не надо. Опять совершал аскезу, опять Брама пришел. Что ты хочешь? Хочу бессмертия, благословления, я не хочу. Ну хорошо, тогда благослови, что я не умру ни ночью, ни днем, ни с помощью какого-то оружия. Хорошо, благословляю. Ни человеком, ни птицей, ни животным, ни тем, кто создан тобою в этом мире. Никто не может убить меня, но хорошо, благословляю. И таким образом, не на улице, не в помещении, в общем, таким перечислением вероятности, он своего благословения добился все же. И после этого Хираньякашипу подумал, я одурачил Браму, старый человек, что с него взять? Бессмертие мне сразу не дал, вот пришлось вот 1000 условий поставить. Мозгов у него нету, старый, поэтому пойдет. Но что случится в дальнейшем, он не знал. И вот в итоге Индра, Варуна и остальные все стали слугами Хираньякашипу из-за его могущества. Хираньякашипу не мог ожидать такого в своей жизни, думал, что он бессмертный, и тут Вишну Бхагаван. Когда Хираньякашипу добился его, Вишну, когда явился, все условия, которые он просил, исполнил ни днем, ни ночью, ни оружием, ни тем, кто создан Брамой, ни в помещении, ни на улице, что там еще было, ну, в общем, все условия были соблюдены, и торжественно был убит на коленях, в сумерки, ни днем, ни ночью, ни в помещении, ни на улице, а вот посередине, на пороге. И вот и с когтями разорвал его. И кровь лилась фонтаном, и лицо Нарисимхи так украсило, можно сказать. И вот он взял, вот вытащил. Вытащила внутренность из этого Хираньякашипу вот таким образом, как гирлянду.
И вот, но все же он не понял, что это Вишну, насколько я услышал. И вот он был убит на Нарисимхадеве вечером, ну, при соблюдении всех условий. Все было исполнено. И вот Прахлад Махарадж, когда Хиранья-Кашипу ушел, все полубоги, они начали возносить молитвы, стотры, прославлять его. Даже Лакшми Деви не могла прийти к Бхагавану. Она боялась. И тогда Брахма попросил. Прахлад сказал, ему сказали: «О, Прахлад, ради тебя Господь явился, и поэтому иди, утешь его, успокой». И Прахлад Махарадж без всякого страха подошел к Нарисимхадеву, к его угра форме, и Нарисимхадев поместил свою лотосную лапу на голову Прахлад Махараджа и облизал его, ну, как кот, без всякого страха. И Прахлад Махарадж сказал, и вот в этой шлоке говорится, что я вижу, я испытываю страх, видя тех, кто живут материальной жизнью. И что же они делают? Я не боюсь твоего такого, а вот твой аватар в этой ужасной форме. Я знаю, ты очень милостив, но внешне можешь принять такую форму. Для демонов Бхагаван становится этим страшным, но для преданных он всегда прекрасен. И так или иначе, в следующий раз, на следующий год я продолжу с других точек зрения обсуждать сегодня Нарисимха Чатурдашу. Это наша обязанность. Шрила Прабхупад говорит, Гуру Махарадж тоже говорит, это наша обязанность, сегодня золотая возможность. Мы можем призвать Нарисимхадева и попросить его воссесть в нашем сердце, чтобы все различные недостатки анархии, они ушли из нашего сердца. И вот кто заставляет делать такие неправильные вещи кого-то? Бхагаван говорит, нет врагов, внешних врагов. Кама, всякого вожделения, гнев.
это наши враги, все демоны внутри нас, мы ищем демонов снаружи, но где они? Демоны внутри нас, и вот сегодня мы можем призвать Бхагавана Нарсимхадева. И вот он может помочь нам. И наш Нарсимхадев, он, ну, так сказать, подобен скорой помощи спасателям, которые всегда в любой момент придут нам, к нам на помощь. И вот этот Нарисимхадев, он особенный, Гора Нарисимха. И это место, где после убийства Хираньякашипу он хотел отдохнуть здесь. Это вот озеро там рядом, это оно с Сатья-Юги, водоем. И вот на следующий год я более подробно с другого угла обсужу, как в других сампрадаях говорят. Это более практично поклоняться Рамачандру. И сначала Рамачандра, он пришел сначала, потом Кришна. И вот кто-то так говорит. Махарадж на этот вопрос ответит. И вот вчера еще один вопрос был, что Нарсимха, Вараха, Курма, все эти аватары мы слышали, они вечны, да, они вечны. Тогда мы знаем Лакшми Нарисимху, Лакшми Вараху, Лакшми Курму, да. И вот кто-то спросил меня такой вопрос, я слышал. На Вайкунтха Джагате Бхагаван четырех руки, но здесь, когда Господь является, Он часто двух руки. Махарадж на этот вопрос ответил где-то. Вараха Нарисимха вечны, но мы должны думать, что причина, по которой Он, Господь принял форму черепахи, или форму вепря, или форму льва. Почему? Мы должны подумать об этом и в вечном мире. Когда кто-то совершает баджан варахи, они могут отправиться в духовный мир, но когда они встречаются с Бхагаваном, они встречаются с четырех руки Нараяной. И также Махарадж этот момент прояснил, но когда кто-то хочет видеть своего поклоняемого Господа, то Нараяна дает даршан в форме этого поклоняемого Господа, как Курмы или еще кого-то, хотя он вечно там в четырехрукой форме, но если он в форме черепахи приходит и какой-то преданный хочет увидеть своего Иштадева, поклоняемого Господа именно в этой форме, то Господь являет ему эту форму. А так, в общем, практически все время он находится в форме четырехрукого Нараяны. The stroke I started with is very important. Tashmad priya priyo vyoga sangyo gujanamo Sokadinina sakala janishudha jyamana Dukshau shadam tadapi duksham Atadhyya aham bhumonu bhamami Badami tabadasya yogam Vanchakalpataru sikipasindve Patitanang bhavana vishna bhyo namo. If you feel weak, you can go away, take rest. Maybe 2 o'clock you can all meet in the Shiv Mandir and go, if you like to go. Those who like to go to Nishing. 1:30 we meet Taranpur Road. Taranpur Road, okay, very much. But now we can go, take rest, no problem. Go away, no problem. So,
A very 108 word come I cannot do today. No, we can do. Because there's very rush. I think that's why we go that time. You suggest, no, that time. Midday, not so many people. Actually, Nishingo Chaturdashi today for us. Actually, yesterday for material people, Chaturdashi yesterday. And also the question of saving everything there, no?